нашел человека, который нам поможет. Андрей Скороход, Смоленск. Самый уверенный в себе КВНщик. Извините, просто немножко волнуюсь. Скажите, а по какому принципу люди в команде стоят? Андрей. А вы ко мне обращаетесь или к нему? Да-да, к вам. А, это к вам. Андрей Скороход, это вы? Вы Андрей Скороход? Двойной тезка. Андрей, я вас имею в виду. А, я, да, да. Что у вас, шутка или песня? Шутка или песня? Так, шутка или песня? Так, шутка или песня. Вы нам что-нибудь покажете? Гоголь. Что Гоголь? Гоголь подойдет? Подойдет. Ну, подождем. Не надо никого ждать, давайте пойте. Да, хорошо. Песня. Повесил свой кредит на музыкантов дирижер. Что вы поете? Песня. Повесил свой кредит на музыкантов дирижер. На мотив песни повесил свой сюртук на спинку стула музыкант. Композитор, если не ошибаюсь, Чайковский. А я не ошибаюсь, Чайковский композитор. Просто я чуть-чуть переделал, чтобы чуть-чуть посмеялись. Так, давайте шутку. А, хорошо. Что вы делаете? Эта шутка смешнее, если вы не будете меня останавливать. Так, все, уходите. Да. Скажите, а в чем причина? Просто меня отовсюду с такой формулировкой выгоняют. У вас ничего нет. Видит Бог, берег для себя. Песня. По Сочинской улице, там, где акации в ярком пылают цвету, москвичка гламурная шла слепо с акции с дырочкой в правом боку. Так пошел вон отсюда!